Французский орден искусства и литературы награждает отличившихся особыми достижениями художественной и литературной области, а также тех, кто внес особый вклад в распространение искусства и литературы во Франции и в мире. Кавалером этого ордена стала директор Азербайджанского национального музея искусств Чингиз Фарзалиев. Это не первая награда, которой вы были удостоены до сегодняшнего дня. Нам известно, что ваша деятельность была неоднократно оценена как в нашей стране, так и за ее пределами. Все эти награды являются ярким примером вашего вклада в искусство. Вы, будучи художником, создаете культурные мосты между Азербайджаном и другими странами. Чингиз Фарзалиев признался, что испытал самые высокие чувства, получив эту награду. Он также подчеркнул, что и впредь будет делать все возможное для развития культурных связей между Азербайджаном и Францией. Счастлив, что может быть выше? Получить орден за искусство, быть кавалером ордена искусства и литературы такой страны, как Франция. Нет страны, в которой не было бы влияния культуры, искусства, музыки Франции. Для меня это огромная честь. Я со своей стороны делаю все, что возможно. Между Францией и Азербайджаном активно развивается культурное сотрудничество. Среди значимых событий можно отметить выставку «Жемчужина Франции», которая прошла в Баку, и выставку «Французское искусство» из коллекции Национального музея искусств Азербайджана в рамках 80-летия Азербайджанского национального музея искусств. Эсмира Алиева, Наиб Гаджиев, CBC.